Всем привет! Сегодня мой предпоследний день в Лос-Анджелесе, и Сева Кратков и Санек Пинкин позвали меня покататься в даунтауне. Так, просто крузим, выбираем спотики. Это уже на самом деле наш третий спот, и я вообще не думал что-либо снимать. Но следите, посмотрим, что получится. Сейчас получится, братан. Да, здесь близко хорошо. Близко. Вот, треха близко, да. Я сегодня впервые вышел на шортиках. В предпоследний-то день. Вот вообще-то так всегда на самом деле. Снимаешь трюк, а потом именно кто-то на то место, я думаю, кто знает, тот знает. Слушай, если ты скажешь, что тебе не понравилось, я не поверю. Я не скажу, просто будет думать. Может, будешь думать? Все жалко, что на него не рифлек, хорошо растет. Да. Круто выглядит, очень круто. Надо все пушка. А фишка-то в чем, ребятка, не понял? Тут надо быть профессионалом очень серьезным, потому что, видите, скейт-стоперы стоят. И места не так много, чтобы сделать мэнул. Очень опасно, между прочим. Ты видел, я по скейт-стоперам проехал? Да. Саня тормозить не умеет. Этот район называется Little Tokyo. Тут одни японцы гуляют. Вон они. Ты же знаешь, про что я? Нет. Ну, давай, не надо тогда. Так давай, давай, рассказывай мне все равно. Yeah. Ты ж про меня, я тебе разрешаю. Все, у тебя открыт рюк. Да? Mm-hmm. У меня слово. Yeah. Ты только сейчас выйдешь? Yeah. Расскажешь, нет? Нет. Mm-hmm. Да. Значит, мы зашли сейчас в кит-шоп. Я хочу купить кофту. Yeah. Подарок своему другу. Yeah. Сейчас буду выбирать какие-нибудь симпатичные. В Америке очень много бездомных, ребят. Это все споты скейтстоперов в даунтауне, мы, не знаю, просто крузим, походу делаем, что хотим.
Да, так мало кто умеет, честно скажу, во флейте особенно, это очень сильно. Согласен. Для отца, для молодого отца, это знаешь как, это хорошо. Приехали поделать слэпи, а тут даже на слэпи бортиках скейт-стопперы. Вот единственный вариант. Давай, Сань. Почти. День закончился. Если честно, мне кажется, какую-то ерунду мы наснимали, но тем не менее весело провели время с ребятами. Так что следите за моим каналом, подписывайтесь. Буду для вас делать что-то почаще стараться. Еще. And the show, gotta go.